Свиная колбаска. Картошечка круглая. Овощный салатик. Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас мукбанг. И с нами свиная колбаска. Со свиной головы. Давайте попробуем. Что за колбаска? Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Будет интересно. Всем приятного аппетита. Вот такая у нас колбаска получилась. Со свиной головы. Картошечка круглая у нас. Овощной салатик. Давайте попробуем картошечку. Ребята, и хлеб тут лишний, поверьте мне. Без хлеба все хорошо. Сейчас проживу и все расскажу. Делал я. Ну, я называю колбасу со свиной головы. Башка свиная варилась 3 часа. Ну, короче, все там. Уши, язык, короче, все вместе. Все это сварилось. Я покрошил на куски, на мелкие. Взял 2-литровые бутылки. Отрезал горловину, положил туда вовнутрь пакет большой в бутылку. И, ну, короче, вот это то, что я порезал, свиную голову, добавил туда чеснок, перец, там любые приправы по вкусу. Все это перемешал и в бутылку. Все это растрамбовал, вот так вот потряс. Вот так потряс все. И на ночь убрал на веранду. А как раз холода стояли. Ну, ночь постояла. Я потом, короче, на следующий день с работы приехал. Бутылку эту достал. Ножичком аккуратно разрезал. И вытащил. И вот такая красота получилась. И смотрите. Режется все вот такими тоненькими пластиками. Какая вкуснятина. Ребята, вы не поверите. Вот приезжала ко мне тетка с Германии в гости. Я угостил ее такой канителью. Она даже не поняла. Ну, потому что она не знает, что это такое. Но задала вопрос. А что это за вкусняшка? А я сказал. Это кавказский рецепт. Домашней колбасы. Так что делайте, ребята, такую колбасу. Не пожалеете. Очень вкусно.
хочу передать большой привет своим подписчикам, кто пишет хорошие комментарии. Ребята, всем большой привет от Денчика. Я вас люблю, ценю, уважаю. Всем огромного здоровья. И большой привет Амине и Ольге Семеновой. Девчонки, давайте. От Денчика вам большущий привет. А мы продолжим кушать. Ну, с картошечкой вообще прекрасно вкатывается. Хотел еще огурцов соленых замутить. Ну, думаю, это лишнее. Салатик, колбаска, картошечка, думаю, все хватит. Ребята, у меня самые простые блюда, но вкусные и сделанные с душой. Вот смотрю некоторых мукбангов. Они снимают дорогие продукты, готовят все, шикарно делают. Но я считаю, это не то. Должно быть интересно, чтобы человека заманивать, как привлечь, чтобы понравилось смотреть этот ролик. Я в картошку еще добавил горчичное масло. Не буду обманывать, скажу честно. Горчичное масло я увидел у Евгения Ковалева. Он так аппетитно хавает квашеную капусту и поливает этим горчичным маслом. Ну, я решил попробовать. Она в натуре, вот как запах детства. Бабушка там сделает салатик или картошки нажарит с этим вонючим маслом. И вот это масло очень хорошо напоминает, как запах детства. Вот, ребята, даже смотрите, от бутылки остались следы. Вот видите, вот как в бутылке она была прессованная. Вот такая вот аппетитная колбаска. Ну, ребята, буду для вас снимать такие ролики. Сильно поправлюсь. Ой, я еще и бросил курить. Ну, что получается? 3 месяца назад.
Это волшебно. Это сказка. И в маслице, чтоб пожирней. Ну, ребята, я все это не съем. Вот это все я сделал для вас, чтобы вы смотрели мои ролики, подписывались на мой канал. Давайте, ребята, всем спасибо за этот прекрасный просмотр. Всем здоровья, добра. Давайте, всем пока.